Европа за Джигитс оживила застывшие фотографии. Нет, подопечные Байгали Серкибаева не обладают волшебными способностями. Все это удалось сделать парням в новом клипе «Стоп». Накануне, собрав весь звездный бамунт, исполнители презентовали свой свежий ролик, снятый по принципу видео для Инстаграм. Суть клипа такова, что застывшая фотография оживает. Вот. И это очень интересно смотрится, это очень необычно, это олдскульно. Мы заметили это. Это под... Вот знаете, тот момент, когда видеоряд совпадает с музыкой. Тот редкий момент, я так скажу. Вот. И мы надеемся, что народ оценит и понравится. Вот. А в чем фишка? Снималась одним непрерывным планом. Видеотворение было снято в Лондоне. Режиссером работы, кстати, стала младшая дочь Байгали, Сана. Клип создает ощущение мини-экскурсии по столице Великобритании. Кстати, The Jiggits были настолько вдохновлены красивыми видами Англии, что сняли еще один клип You Plus Me вместе с молодой певицей Ботой. Так получилось, что именно вот эти два клипа, которые мы сняли в Лондоне, не были загружены смысловым каким-то... Да, смысловой нагрузки там не было. Именно все это было треково. Лица, танцы, улыбка, взгляды, красивые локации. По словам Байгали Серкибаева, его подопечные движутся в верном направлении и постепенно покоряют музыкальные вершины российского шоу-бизнеса. Тому пример успех песни «В эту ночь». Одним из самых таких, ну, значимых для нас моментов это то, что наши клипы встали на все ведущие телевизионные каналы, на федеральные каналы, на спутниковые каналы, на частные каналы. И то, что наш сингл «В эту ночь» стал ротироваться на русском радио. И очень хорошие отзывы по опросу телезрителей. The Jiggits порадуют и своим дебютным альбомом. Осталось лишь дополнить его еще парой-тройкой хитовых треков. Ну что ж, мы лишь пожелаем ребятам новых творческих побед и с нетерпением ждем стартовой пластинки.